играет D4, D5, C4, E6, Кнф3, Кнф3, Кнф6, G3, черные взяли пешку на C4. Белые пока не стали, я отыграю, сыграли Кнб D2, но она никуда не убежит. Нет, хоть B D2. Да. Черные, хотя можно было, конечно, дать шаг. Можно было дать шаг и сразу ее забрать. Ну, белые решили закончить разницу, Кнб D2 сыграют. А это последует C5. C7, C5. Вот здесь. Сходили Е4. Белые взяли ДС, да. Белые взяли. Потом слон дали. Черные взяли слоном на C5, да. И вот здесь. И вот здесь. Делали белый поспешный ход и сразу проиграли. Ход такой напрашивается. Е4. И подожди, ты сейчас не надо передвигать еще. Какой ход напрашивается? Е4. А, Е4 был хороший ход. А белые решили сначала закончить развитие. Решили, что эта пешка никуда не уйдет. И сыграли. Нет, Е4 хороший ход. Ну, отыгрывали пешку. А4, Ф4. Это хороший ход, да, но еще другой ход какой напрашивается. Раз уж сыграли уже три, то вывести слона на G2. Ну, G3 играется обычно с целью, что слона на это поле вывести, на G2. Ну, а эта пешка никуда не уйдет, все равно ее... Защищать ее нельзя, вот здесь противостояние ладьи слона, очень неприятно, белый выигрывает. Но и тем не менее здесь черные выигрывают в один ход. Тоже один поспешный ход, и все кончилось. Черные выигрывают в один ход? Ну, один удар, а дальше... А за чей ход? F2? Да. А за чей ход? Черный. F2? Черный пожертвует слона. Тогда король бьет? Король должен бить, тогда что? Нет, это ничего не дает, ну что от того, что ты делаешь? Кстати, а почему он должен, если он отойдет? У него же фигура, не теряется трон. Кто отойдет? Король. Он же может просто по слону спрятаться. Ну, белые или черные просто взяли пешку на ровном месте. Это для партии мастеров равносильное поражение, что же играть без пешки. Да еще такая пешка F2, которая защищает короля. Напрашивается король F2. Тогда что выигрывает? Конь G4 шаг. Можно G4. Король должен отходить куда? На F1. Да, но на F1 не нельзя. Можно Конь E3 сходить. Конь E3 без себя. Король G1 можно? Король G1. Да. Нет, на G1 можно отойти? Да. Тоже нельзя. Да, ферзь будет. Ферзь большой шаг, правильно. Подожди, не предлагай ничего. Я спрашиваю нас. Король G1 можно пойти? Нет. Нет? Потому что шаг и мат на F2. Но остается король G1, правильно? Нет. Тогда неожиданно конь E3? Да. Что хочешь делать? Нельзя напалить. Напалить нельзя? Когда 4 шага, единственный ход? Съедай слона. Можно съесть слона взять, слона. Нет, сейчас мы черный. G2. Нет, шаг черный, шаг. D7. Слон D7. Слон D7, да. И что выяснилось? Что черные, белые сдались? Да, а почему? Потому что ферзь, вот, или ферзь. А куда ферзем убрать? Никуда. Никуда. Ну, надо B4, например, тогда что? B4? Можно. Тогда вот такой. Нет, сильнее есть. Это неизвестно. А, тогда ферзем можно сходить. Конь C2, конечно, ферзь теряется. Конь C2, да-да-да, конь C2. Да, здесь, правильно, конь C2. Здесь слон напал на ферзя, и два хода убил. Да, конь C2. И мы на B4. И тогда черный конь C2, и все равно теряется ферзь. Да, они ладью и на конь C2.
черный точный ход, то уже два. И черный сразу выиграли. Надо было ставить сюда. Ну, надо было шаг дать, съесть эту пешку, да, или... Не мучиться, а то помню. Дать шаг и взять пешку, да. Ну, взять пешку на равную позицию здесь игры. И потом и слон был висел, потом надо было вывести бой, и бой висел к нему. Ну, уже какие-то информации развесили. Здесь мы же комбинации ищем, а в принципе здесь, конечно, игры очень много. Важно просто заметить такую комбинацию. Слон ведет 2, позже 4 шага, по Е3, белый остается в себе.